Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейка на ваших экранах. Hitman Coded Name 47. Так, продолжаем проходить с Хитмана. Следующее задание у нас убийство Ли Хуанга, по-моему. Хорошая работа. План работает. Полиция перестала охранять Ли Хуанга, и многие из его окружения испуганы. Теперь Ли Хуанг уязвим. Но подобраться к нему не так просто. Его защищает собственная небольшая армия. Это задание будет сложным. Не спешите, и прежде чем действовать, постарайтесь исследовать местность. С наилучшим пожеланием. Так, окей, хорошо. Эту миссию мы уже проходили. Да, мы ее проходили, когда играли в Hitman Contractor. Там была эта же миссия, но здесь она будет, наверное, по-другому. Так же, как вот, например, вот... помните, я все парился, хотел переодеться в повара, и у меня он не хотел переодеваться вообще в упор. Я не понял, почему и как, что странно. Я-то привык другие Хитманы играть, там он во всех переодевается. Не знаю, как там во второй части еще дело обстоит, но начиная с третьего и заканчивая Hitman 2, который вот вышел только что недавно, то там он просто... Кого хочешь, переодевайся. Ну вот честно, ему пофиг. Ладно. Так, вот берета 92, бронежилет. И все как надо. Все по максимуму, погнали. Ай, так. Ах, да. О, а здесь и правда все много. Ну, мы здесь были, помните? Вот сюда мы не могли зайти тогда. Не могли вот в этот ресторанчик зайти. Здесь мы убивали этого пассажира, таксиста или как там его... Водителя, короче. Здесь взрывали, вот когда он уезжали, взрывали вот прям машину. В самом начале, короче, была миссия. Так, сюда. Я немного уже отвык от этой части Хитмана. Все-таки игру не запускал давно. Хоть и ролики вышли, вот вчера я выложил ролики... Так-то я Хитман уже давно не запускал. Ну, не знаю, меня не тянуло играть. Просто вообще ни во что. У меня бывает такое, что когда вот вообще все лень делать. Вот просто вот ненавижу вот такое чувство. А с этим толком ничего не поделаешь. Давайте попробуем войти. А, на пробел. Здравствуйте. А сюда можно, да? Шикарненько, Блять, микрофончик случайно задел. Он у меня и упал, извиняюсь за это. Здесь закрыто. А где не закрыто? Ты мне вот расскажешь, что это было? Чё? Ну, где не закрытая? Говорите сразу. А, ну туда можно. Ни хрена себе ты тощий, чувак. Ни хрена себе. А это девушка вообще? Да ладно. Чё-то я не помню здесь девушек. В Hitman Contractor такой не было девушек на этой локации. Ну вот, охраны. Я сразу и не понял, что это девушка. Я понял только из-за того, что у него хвостик сзади был. В этом месте как-то тихо. Да. Здесь есть что-нибудь более интересное? Поднимитесь на второй этаж. Думаю, там вы найдете то, что нужно. Сюда мне нельзя. Хотя, может, это был тоже мужик, а то я смотрю, у этого вот все-таки хвостик тоже есть. Здравствуйте, я тут новенький. Я тут работать к вам пришел. Можно мне костюмчик? Ну, что ты так смотришь, я новенький.
Да, хотя я и косоглазый, как ты, но я новенький. Из Европы меня прислали. Ну чё ты, покажи мне, где одежда, я переоденусь. Да вы чё ты меня толкаешь? Я пришёл первый день на работу, все меня выгоняют. Бля, вентилятор меня бесит. Вообще крутит, крутит, крутит. Не, ну проходить здесь можно, это я понял. Но что здесь сделать так, чтобы его убить? Так, секунду. Я время посмотрю. Так, половина пятого, окей. Закончим минут в 10. Шестого, может, 15. Без разницы. Я пройду. Я вот не знаю, куда просто идти уже. Я в туалет, ребят. Мне просто сильная жажда просто замучила. Я вообще что-то хрень какую-то говорю. Это туалет или тот? Туалет. Шлёт привет. Блять, такую возможность просрал. Блять. Но он сюда еще придет, да? Но вряд ли он просто на один раз так заходил. Он туда-сюда ходит. Сторону вот так вот выберем. Все, навыки к управлению я вернул почти все. Что вы делаете? Вырубаю тебя! Взять одежду. Во! Так, а как тут прятать? На R, по-моему, да. Во! Блядь! О, Соська, четко. Можно ли сникать тебя сюда, куда-нибудь, скажем? Как тут? Да, блядь, отпусти ты его! А. Смотрите, никто его не спалит. Блядь, сохранения жалко нету. Не хочется потом это все заново делать. Я могу сюда пройти? Да, вряд ли. Теперь надо действовать аккуратно и тихо. Ну, пока мы хорошо разобрались. Можно? Ему можно. Понял. Понятненько. Шикарненько все. Так, хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, чел, блядь, не заметил тебя, сорян. Заперто. Понял. А то, блядь, испугался уже, меня что-то палят думал. А, заперто. А здесь что? Блять, да все заперто, прикиньте.
Как я понимаю, индикаторы обнаружения добавят в следующей части, да? Просто здесь я его смотрю, не наблюдаю. Он ворвался. Тревога! Здесь маньяк! Черт! Черт! Ты задрал. Ладно. А, чего, простите? Чекпоинт здесь? Можешь с тобой поговорить? Добрый вечер, дорогой гость. И тебе добрый вечер. Как-нибудь помочь? Буду рад любой помощи. Я здесь впервые. Уважаемый иностранец, пока у меня для вас есть только один совет. Куда бы ни забросила вас жизнь, вы уйдете ни с чем, если пришли ни с чем. Всего хорошего. Блять, хорошо. Так получается, здесь чекпоинты есть? Не знал, не знал. Вот честно, ребят. Хоть убейте, но не знал. Так, давайте посмотрим на задание еще раз. Код сейфа, узнать местонахождение сейфа, принесите нефритовую статуэтку в травяную лавку, ликвидируйте Лихонга, захват, захваченный агент должен выжить. Знаете, это пишут так легко, но это вообще не легко. Не, ну я понял. Чё дальше? Заново? Ага, понятно. У меня всё как бы есть. Блять, ну это тяжело, вы не поверите, насколько. Туда-туда не пройти, только вот сюда. Не, как мы можем сразу добежать до Тудова, взять у него одежду. Да, еще бы вспомнить, куда идти. А, вот. Здесь закрыто. Понял. Уходи. Понял. Сюда, сюда, сюда.
Так, давайте-ка сразу так наведемся. Подождем его. Ну, что тут сказать, это трудно. Можно сразу, конечно, в охранника переодеться. Все-таки там его тоже вряд ли кто запалит. Ну, честно, ребят, правда? Вряд ли кто-то там вообще запалит. Он идет или что? Пусто. Да, идет. Отличненько. Все-таки в зеркале что, он запалит? Так, давайте переоденемся. Попробуем вырубить. Простите, что? Вы сказали проблема? Так, прости, я не вижу проблемы. Вы, ребят, видите проблему? Я нет. Странный персонаж. Вы вот заметили проблему? Я вот вообще в упор не вижу никакой проблемы. Идеальненько, просто подошел мне костюмчик. Спасибо, я тебе потом верну его. Посмотрим, что здесь. Это женский, да, туалет? Ну, наверное, тот мужской, раз он туда заходил, а это женский. Окей. Так, и не бегать. Я пройду? Вниз меня не пустят в этой одежде. Ну попробовать стоит. Вот здесь чел. Я пройду? Ни хрена себе тут катакомбы, но я иду правильно, я иду правильно. Да, мне туда. Оружие брать мне нельзя. Чё, туда мне? Ну, я так чисто предполагаю, как было это в прошлый раз, когда мы играли. Я, конечно, знаю, что он может быть в другом месте. Здравствуйте. Я тут новенький, успокойтесь. Блять, ну где-то же здесь он должен быть. Подождите-ка, можно ли я его приближу? Блять.
Вот в этой комнате кто-то и вот здесь. А, это лифт. Это было мощно. Я просто не знаю, куда я иду уже. Я уже заблудился раз сто. Здорово. А где у них заключен-то лежит? Ну, короче, ребят, через секунду приду. Продолжаем. Ну, лифт здесь, но... У меня один только вопрос. Где они того чела держат? Как бы где-то должно быть в этих канализациях. Ну, помните, когда мы проходили контракты? Я шикарненько помню, что это было где-то в таких же канализациях. Ну, здесь это сложнее просто найти. Может, из-за того, что я локации просто тупо не знаю здесь. Ну, так, приблизительно вот эту локацию я понимаю, как из себя что она представляет. Дело в том, что я же проходил контракт, а там были некоторые миссии вот из этой части. Возможно, из-за второй части там были. Я не знаю точно. Это хоть как-то я пытался вначале там играть на первом уровне. Что-то у меня тогда не получалось. А вот вторую часть я в упор ее не видел. Я вот сюда еще не ходил, точняк же. Убьешь? Я чуть не понял, а где я? Ну вот как бы да, я здесь. Чего так все сложно-то? То есть, либо карта так тупит. Либо я что-то не понимаю. Нет, там темно. Ну вот сюда я, например, иду. Не, карта немного тупит. Мне просто сюда надо, по-моему, пройти. Ни хрена себе, снайперка. Нихуя себе! Да. Может, куда-то сюда по этим туннелям ходить надо. Ну что, я вот честно, я не понимаю. Как бы я сейчас не боюсь, если что. Вот воспрещен. Уходи, уходи. Я-то не боюсь сейчас вот как бы несколько серий записать вот про эту миссию. Дело в том, что я тупить не люблю.
Опа, кажется, я нашел. Чувак же мне сказал, убирайся. И вот. Туда, куда нам надо. Надо найти чела, который вот один вот, за которого, ну, не схватится. Который он не увидит вообще в упор. Но эти-то парни вряд ли сюда пойдут. Так что почему бы нам и не пристрелить вот этого? Ну, не пристрелить, конечно. А так, аккуратненько вырубить. Сейчас, давайте-ка здесь еще пройдемся. Я просто... Чего? А, я, наверное, просто отсюда пришел. Что-то я не понял. Одежды как бы и нету, она как бы и есть. Вот вода где-то капает, капает, и, блядь, я не пойму. То ли это кто-то идет, кто-то либо это не идет. Так, давайте-ка. Ну, надеюсь, никто не спалит. Вот теперь мне можно, наверное, будет попасть сюда, да? Скажи, могу? Вход воспрещен. Понял. Понял, понял, понял. Как бы надо резко его пристрелить. Я не знаю, что случилось. Бля, надо было его тоже прибить. Хорошо. Ты как раз тот, кого я искал. Наконец-то. Я так рад тебя видеть. Я тут чуть не умер. Что с тобой произошло? Я попытался открыть сейф мадам на втором этаже, но у меня нет к нему кода. Я думаю, что одна из девушек со второго этажа должна его знать. Я могу помочь тебе. Да, то же самое, что было и в контрактах.
Он сказал, что одна из девушек может знать. Я, конечно, немного уже лоханулся. Не, мне проще назад идти. Да. Не, сюда. По-моему, туда, куда я и шел. Это у меня не будет стрелять? Так, одна из девушек. Окей, я понял. Ее, наверное, надо будет вывести еще отсюда как-то, да? А одна из девушек, возможно, здесь. Блять, а где мне искать эту девушку? Вы мне вот объясните, вот где? Где эта девушка? Может, на втором этаже они? Да нет, эта девушка, прикиньте. Да ладно. Не можешь сюда? А тут нечего делать. Сказал бы. Что ты охраняешь тогда это? Пустая кладовка уже, которая нахрен не сдалась никому. Не понимаю, зачем он там стоит? Он вообще не понимаю. Может, и сюда надо пройти? Сюда не надо. Возможно, наверх надо будет подняться. Прости, братюня, не знал, что там занято. Я упор не знаю, что. Да ладно. Прикиньте, ребята, нам не попасть туда, куда мы хотим. Не, как бы вижу, как попасть. Вряд ли меня в таком костюме вообще пустят. Ну как бы терять там нечего, мы уже толком знаем локацию. Да стоп, мы что, в одном и том же доме что ли находимся? Либо что, разработчикам было тогда лень это нормально проделать? Потому что ну, дом-то один и тот же, я смотрю. Так, сейф я вижу. Но вот кода к нему у меня нету. Как бы можно и так открыть, но прибежит куча охраны. Блять, я заблудился. Ну вот честно, ребят, я заблудился.
Не, стоп, 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 не то я. Мне надо туда вообще как-то попасть. А туда, как я вижу, только может через этот дом, что ли, попасть? Ну да. Вот я туплю, да, ребят? Ну вот, хорошо. Да еще толком не поймешь, что куда можешь, куда нет из-за этого тумана. Ну, дальности прорисовки, не поймешь. Вижу побег. Здорово. Заперто. Я вот сейчас думаю. Чувак решил крутануться. Сделать такой шум крутой. Не, ну я лоханулся, да, я знаю. Это мой косяк, что, ну, они как бы закрыли это место. Вот место обозначили. Ну вот вопрос, какая девушка должна знать? Либо мне по всему месту надо... Ну давайте-ка я сначала побегу по всему месту, а потом загрузимся, короче, и... сделаем все быстро. Если в этой серии не получится, то в следующей получится. Так, там кухня. Стоп, ну вот одна девушка. Где вторая девушка? Может, надо подождать, когда она встанет? Здравствуйте. Простите, с вами можно поговорить? Не. Вот сюда мне нельзя было. Ну да, женский скин. Кажется, вас сюда не звали, мистер. Говно. Это что за место? Блять, а чё, ниже не идет он? Блять, вот у какой девушки надо спрашивать это все? Муха. Так можно и рехнуться, правда, ребят? Бля, я заблудился, походу. Ага. Кажется, вас сюда не звали, мистер. Я вот так одного не пойму. Где девушек мне взять?
Вот она, по-моему, да? Алло? Она единственная, самая нормальная выглядит. Ну, не так противно, как другие. Вот, например, это вы. Бляха-муха. В этом месте как-то тихо. Здесь есть что-нибудь более интересное? Поднимитесь на второй этаж. Думаю, там вы найдете то, что нужно. Как бы подняться на второй этаж. Ладно. Сейчас бы еще понять, как до второго этажа добежать. Я заблудился, я вам отвечаю, ребят. По-моему, вот в эту дверь. Не-не, значит... Да, сюда. Блять, да я опять у него. А. Ну, рядом было, рядом совсем. Как бы вот сейф, да? Но девчонок я не вижу. Ну хоть убейте, но я не вижу. Может, надо переодеться обратно в того чела. Блять, не хочет. Да. Кажется, вас сюда не звали, мистер. Окей. Надо переодеться, наверное, вот у этого, чтобы перейти туда. Ага, кухня вон там. Значит, там спуск. Сейчас бы еще вспомнил, где я одежду выкидывал вон. А, вот здесь. Ну, теперь должны меня пропустить. Согласны? Ну, а что тут сказать еще? Должны? Значит, должны. Первая дверка. Вторая дверка. Кажется, вас сюда не звали, мистер. Слушай, ты не охренел ли? Блядь, в таком же даже костюме не пускает, говнюк. Чего, простите? Дай-ка я пойду. Показывают, что здесь есть дверь, прикиньте. Так. Блять, ну я не знаю, где можно найти девушек. Ну вот как бы. Первая девушка. Вот еще девушка. Ну, с ними взаимодействовать нельзя. Я, конечно, могу пойти сразу вот сейф открыть. Заодно посмотрим, что будет. Кажется, вас сюда не звали, мистер.
Почему у меня берета без глушителя? У нас здесь проблема! Тревога! Здесь маньяк! Тревога! Здесь маньяк! Я даже не помню, как заново запускать. У нас здесь проблема! Он вооружен! Тревога! 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 Я вернулся, по сути, сюда же. А где я? Да. Мне кажется, ли я здесь был? Блять, ну не могу посмотреть. Был на карту. Она тупит сейчас. Кажется, вас сюда не звали, мистер. Фу, ну ладно. Убьем говнюка. Мне надоело просто. Добрый вечер, дорогой. Пойду тупо так же, как я пришел. Я ж почти здесь всех положил. Здорово, чувак. Ну, есть у вас что-нибудь новое и интересное? Я слишком давно здесь работаю. Новости ко мне не доходят. Вам здесь не нравится? Это Гонконг. Здесь нет дела до моих предпочтений. Что ж, понятно. Кто вы такая? Я не та, за кого вы можете меня принять. Как зеркало не всегда отражает то, что вы видите. Ну, с этим не поспоришь, я смотрел в зеркало. А вы, мистер? Я здесь по делу. Ищу мистера Лихонга. Вообще-то мне нужен его сейф. Ясно. Помогите мне выбраться отсюда, и я, может быть, скажу вам что-нибудь полезное. Хорошо. Договорились. Идите за мной. Я знаю дорогу через крышу и код сейфа Лихонга. Я нашла его в его же брюках.
Да ладно! Главное, чтобы там никого не было, а то... Это чего сейчас, блядь? Но быстрее. В подвале находится один из агентов ЦРУ. Он может что-то знать. Вот, я могу дать вам код сейфа, если это поможет. Я нашла его в брюках мистера Ли Хонга. Удачи, красавчик. Вообще-то... А, о! А то я хотел узнать, какого хрена? Так. Ребят, я на секунду отлучусь. Продолжаем. Ну не знаю, я чего-то хочу их расстрелять. Посмотрим на карте, где мы. Да ладно. Да ладно. Эй. Мама мия! А. Так. Кто, где, откуда придет? Я как бы помню, где сейф находится. Сейчас добежим до него. Пока здесь у нас никто не стреляет. Ну вот один вопрос. Кто-либо меня будет здесь стрелять, если я буду открывать его? Уходи! Закрытая территория. Уходи! Немедленно! Да ёкалым бабай! Долбаные патроны! Могу я это выкинуть? Здесь нету. Я забыл, как выкидывать. Бля, я вряд ли забыл, как выкидывать. На Г.
Ну хоть убейте, я не помню, как выкидывать. Давайте-ка в настройки я залезу. Вот чё, что как, но это я забыл. А, бросить предмет на F. Извиняюсь. Где-нибудь еще здесь положим. Я не знаю, что за баг, но я смотрел у других вот ребят, вот когда я вот пытался пройти прошлый уровень, там вот где в повара я не мог переодеться, я посмотрел и смотрю, у них нормально пушки выкидываются. Но мне пришлось, потому что все-таки долго я там тупил. А перезарядка здесь как? Если чё. Перезарядить оружие на один. Всё. Сейчас всё пройдём, ребят. Я вот прям уверен. А как же иначе? У нас есть проблема. Давай же 47-го, убей его. Тревога! Здесь маньяк! Черт! Черт! Он вооружен! Он вооружен! Тревога! Здесь маньяк! Фу! Блять! Ладно. Так, что у нас сейчас по времени? Ой, по времени-то очень много. Ну давайте, ребят, короче, сделаем так. Я не буду показывать уже тогда в следующей серии, как я бегаю там, переодеваюсь там. Встретимся, я думаю, тогда у Лихонга, я его убью и пойдем к сейфу. Там уже размочим всех нахрен, потому что здесь нету такого счета, чтобы делать это как бы на Silent Assassin. Ну нету тут такого. Во второй части я не знаю, есть ли оно, но вот в третьей части было что-то похожее, что если вы бесшумно проходите, то вам там что-то, какое-то, например, оружие дадут или что-то еще. Как бы в этой части такого нет. Тут можешь хоть грубо, хоть как. Ну, во всех частях Хитмана можно, как бы. Но я больше всегда старался проходить как бы по стелсу. Хотя и не всегда получалось. Ладно. Давайте мы увидимся уже тогда в следующей серии. Как бы нормально. Все есть. Так что увидимся в следующей серии. Тупил много, но... Ничего страшного. Так что, если вам понравился ролик, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.